Блин, Йоши реально не могу найти. Это что такое? Уйди от меня. Что ты не знаешь? Что ты не знаешь? Всем привет, котята, меня зовут Лана, и посмотрите вот сюда. Мы маленькие, и мы пришли в прятки, потому что прятаться маленькими гораздо интереснее, и удобнее, и выгоднее, и, надеюсь, и мы спорим, не будем что ты искателями, искать. Блин. Заморозочка. Мне не нравится. Ну, а если ты искатель? Не нравится. Не нравится? Не. Ну, давайте посмотрим. Хотелось бы какую-то новую карту, но вроде это тоже неплохая. Да. Вообще, мне эта игра именно с прятками нравится несколько, наверное, даже больше, чем остальные. У меня всего 4% шанс искателя, так что, скорее всего, это буду не я, да. Эх. А, так ну, ничего 3. Страшного. Как три? Там один из трех было написано. Да! Сирет, может, и мы тогда. А почему так много искателей? Ну, точно не мы, ладно. Да ну, блин. 5% шанс. Слушайте, а у вас там справа есть какая-то штука, ну, типа, претензия? Там значочек у вас, была, какое-то количество была, наград. Уже нет, я забрала просто свои награды. У меня столько награды. Тут всего, капец. Да, возможно, ты раньше их не забирал, и никто из нас не искатель, вот чуть-чуть. Рядышком, рядышком, да. Пока. А теперь у нас есть время, чтобы спрятаться. Блин, вообще. Почему такие медленные? Кажется, я помню небольшой лайфхак на этой карте, куда я забиралась. Давайте проверим. Именно тут? Я думала, это в другом магазине было. А может, и в другом магазине? Но, по крайней мере, выглядит похоже. Я маленький, я не могу забраться никуда, Лан. Как это? Все ты можешь. Маленький я. Все ты можешь забраться. Я малышисик. Слушайте, действительно, походу, это был другой магазин, да? Там возле консервных банок. Нет, это был этот магазин. Это был этот магазин. Смотрите. Я иду вот сюда, вот тут шашлычок. Ого. А тут стейк. И если... О, я помню, все, я вспомнил, что ты там делаешь. Я залезла. Я залезла, но куда бы тут спрятаться? Наверное, вот куда-то вот сюда, да? Наверное, вот так. Слушайте, ну, я надеюсь, что никто сюда не пролезет. Хотя, может, и пролезет. Вот сюда тогда, в этот уголок. Чтоб никто меня не увидел и не нашел. Вот не уволок. Не уволок. Это я хотела сказать, но подумала, что это будет так себе рифма. Пока. Нет, ну, да нет, не в том смысле, но в плане... Нет, все, я уже записал. Я уже записал тебе в блокнотик свой. Блокнотик записал. Итак, делаем ставки. Найдут меня или нет? О, можно посмотреть за искателем. За одним, за вторым и за третьим, который рядом со мной. А мне не каюк? А, она с другой стороны. А то я просто в туалетной бумаге там застряла. Ну, вернее, спряталась, вот. Так, ага, она решила спуститься. То есть меня она искать и ловить там не будет. А, у меня хорошее место. Вон там я сижу. Но никто об этом не узнает. Так, давайте посмотрим на других искателей. Тут еще какие-то телепорты есть. Но, в принципе, в целом я довольна. Так, некоторые искатели уже будто бы даже сдаются. Вот этот человек на кассе, он явно не хочет больше никого искать. Он просто стоит и моргает. Эта девочка, которая была рядом, уже не рядом. Ну, а кого-то вообще нашли? Вы заметили, чтобы хоть кого-то поймали? Нет. Эта девочка тоже никуда не пытается идти. Ребята, мне кажется, сдаются. О, первую девочку заморозили. Блин, это заморозка. Значит, нам надо кого-то спасать. Помогать. Ну, вообще не обязательно. Они могут просто заморозиться и все. У меня просто там такое хорошее место. Я так не хочу оттуда уходить. Девочка, беги. Вот, блин. А другой искатель тоже стоит. Они стоят, только вот это вот. Пытается в шапке что-то делать. О, нет, тот отошел, вернулся. Идет. Нет. Нет! Нет! Где кого спасать? Кому нужна помощь? Я готов. Йоши, ну может пока не нужно, потому что вот тут рядом искатель, там где нужна помощь. Шарится, да? Ну ладно, ждем. Вот там вот один около кассы с одной стороны, а другой под столом и третий где-то еще, кажется, в этом большом сером ящике. Но они очень близко. Кто-то будто бы идет рядом, вернее, ко мне. Может быть. Будто бы кто-то рядом. Но меня они не найдут. Если честно, я уже потерялась, где именно я. А, да? Нет! Йоши! Нет! Йоши, я тут идет в эту сторону. Йоши. Я вижу его. Боже мой, да, он упал. Но он сейчас прыгнет. Он поднимается. Я тоже на этом стеллаже, если что. Йоши, уходи. Тут вторая подходит. Или нет, не подходит. О, нет. Мне так нравится, как они пытаются меня поймать, вы видите? Но они действительно не могут. Но ты стоишь очень на видном месте.
Куда же девочка я только что прошла мимо меня. Мимо меня буквально. Ой, слушайте, Ульян. Как же они не да, хотят меня и он поймать. Тебя тоже не поймал. Он прям реально да. должен был тебя видеть. Ну, сейчас, ой. Может, и увидит. Боже, да, они забили за мной. Прям на меня. А, Ульяна! Беги! Осталось 20 секунд. Наверх, вот сюда, нормально. Просто наверх, нормально. И вот сюда, смотри, вот так вот аккуратненько. Он сюда вот не может, у него скорость большая. Вот так сюда, да видишь, где я? Ульяну заморозили. Ёша, осторожно, ты не будешь спасать, Ёша! 7 секунд, иди спасай Ульяну, беги скорее! Я не знаю, где я она. В молоке. Вот там, в молоко, нормально. Рядом. Успею. О-о-о! И мы ура! Выжили. Но меня даже никто не попытался. О, мы втроем реально выжили. О, неплохо. Могли бы, конечно, помочь остальным, но они были слишком в недосягаемых местах, потому что там везде были искатели. Так, ну что ж. Сначала выбираем гейм-мод, и это будет стандартный. А искатель будет один, да, скорее всего, в стандартном-то? Ну, кажется, да. Скорее всего, это будет опять никто из нас, но мы-то и пришли сюда, собственно, прятаться. О, кабинет. А мы были на этой карте? Кажется, мы были в других прятках на карте школьной, а вот эту я, если честно, вообще не помню. Ну, да, я тоже что-то не припоминаю. О! Доехала до меня. Ну, хотя бы что так. Понятненько. Ну, ты. Ну, я бы хотела вообще-то здесь прятаться. Ну вот, не повезло. Ну, а я не буду прятаться. Ой, я сейчас чуть не сказала, куда я хочу спрятаться. Вот. Ага. Интересно. Такие утки прикольные. Я хочу с ними потанцевать. У-у. Ну, почти. Но, знаете, выглядит, как будто они меня немножко осуждают, потому что я танцую, а они нет. И такие смотрят на меня, вылупились что-то. Но они действительно технически когда-то вылупились, так что все нормально. Не поспоришь. Слышу, там кто-то прыгает на каких-то штуках, активирует там что-то. Сейчас я как доберусь до вас. Но пока немножко выпью горячего шоколада. Чашечка с елкой. Такое сразу зимнее настроение. Кого-то там вижу. А как туда добраться? Кого ты видишь? Ну, допустим. Кого-то где-то видела. Мне кажется, меня. Ну ладно. Да нет, не тебя. А, нет, я себя не вижу. Ладно, хорошо. Я себя не вижу. Это как-то странно, да. Но я просто наблюдаю за Ланой. Опа! А кто это тут? Девочка, ты поймана. Ха! Так. Опа! А тут еще кто думал, я не замечу тебя, да, с птицей бежит, и я быстрее бегаю. Я быстрее бегаю, тебе хана. Ха! Двое пойманы. Осталось даже много времени. Слышь, опять кто-то еще 10 человечек. Ого! Ого! Где вы там? Так, у меня еще на Е какая-то способность. Я не знаю, что это. Какая-то суперспособность, но я не поняла, что она делает, так что просто будем считать, что мне это очень помогло. Где вы все? А, тут телепорт есть. О, спасибо за подсказочку! Ничего себе! О, нет. Блин. Ты поняла. Ну, я тебя вижу. Да я вижу, что ты меня видишь. Я просто... не знаю, почему я... Уйди от меня. Что ты не знаешь? Ой, ну блин, пока. Я не хотела ловить, ты слишком напрыгалась тут. Да конечно, я же, ну как бы у меня паника, за мной искатель бегает тут. Да. Вообще. А что? У меня какой-то писк. Писк в точилке спряталась. Вы не слышите писк? Слышу. Нет. А что это за писк? Да? Пойду тут посмотрю. Это сыр? Это сыр, ничего себе. Большой кусок сыра. Ну, было бы странно, какой. Если бы он пищал. Возможно, пищит тот, кто идет за сыром. Ну, так. Может быть. Я не понимаю пока, где все спрятались. Возможно, пищит, у меня какой-то навигатор есть, типа... А, нет! Я видела бомбу, там она в самом начале. Она пищала, да, но я не знаю, кто ее вообще туда положил. Ой. Немножко не удалось забраться. Опа, кажется, еще кого-то вижу. О, в этом моде я вижу всех, не только искателей. Ага. Но я тебе подсказывать не буду. Угу. Хорошо, хорошо, не надо мне подсказывать. Осталось, кстати, не так много времени, но я вижу кое-кого там прям на самом-самом верху, но я понятия не имею, как туда добраться. Это какая-то бомба, вот она. Во, вот эта бомба. Это, возможно, игрок запускает ее. Может быть. И чё? Если я взорвусь, то это хана мне придёт? Давайте проверим. А, подожди, тут какой-то контур человека. Рядом, красный. Я проверю. А... Ничего не произошло. Ладно.
Ну, пусть будет так, а это куда ладно, ведет? Ну, ладно, все, я не буду подсказывать. Да я видела, что там можно забраться, но я да не могла. Да нет, там вон в красной штуке была девчонка. Какой красной штуке? Там, где карандаши. И это она, что ли, бомбы закидывает сюда? Ну, тебе хана. Так, секундочку. Мне надо забраться вот туда наверх. Вот я вижу там кого-то, но я вообще не представляю, как туда забраться. На окошке? Да нет, там выше. Сейчас я попробую отсюда, может быть. Я здесь где-то видела еще один телепорт. Так, давайте проверим, куда вот этот ведет. Ого, я не видела этого телепорта. А куда? Просто в другую парту? Просто, просто в другую парту? Мне полезно. Надо было наверх. Юш, а ты где спрятался? А зачем тебе? Я уж тебя точно не найду, просто интересно. А зачем тебе? Просто интересно. До 5 секунд осталось. Ну да. Ладно, я в первой партии за книжкой, я же маленький. О, ничего себе. Да. Ого, да, вас да. выжило, блин. Так много было классных да. мест, я выбрала почему-то наверху шкафчика. На видном месте, да. Ой. Возможно, сейчас кто-то из вас, кстати, будет искателем. Так, ух ты, какой-то бейдж. Суперспособность. Ну, пусть будет. И два искателя. Будет забавно, если сейчас это будете вы. Ой, я так не люблю эту карту. Она такая стандартная. Ага. Я попробую сейчас прятаться в другом месте. Не там, где я всегда прячусь. Я думала, опять мне получится быть. А какой у вас шанс? У меня 10%. 10. Ага. И да что... А, что? Как это у меня 4%, ребят! Все, пока. Я вообще пока. Не должна была согласен. Здесь быть. Но хотя, знаете, как искателю, мне эта карта нравится больше. Пойду опять с утками потанцую. Кстати, я разобралась немножечко со своими вот этими вот суперспособностями. У меня в прошлый раз был буст к прыжкам. Ага. А сейчас буст к бегу. Ага. Я его поменяла и... Могу, кстати, даже использовать. О, слушайте, хорошо работает. Еще бы кого-то находила тут, вообще было бы замечательно, конечно. Но пока что никого не вижу. Ага, кто-то вот тут разбрасывает эти бомбы, кажется. О, привет, я тебя вижу. Ого. Да, не, ну какую-то девочку. А-а-а. Зачем пугать тогда? Да так. О, еще одна девочка. А что они все сюда полезли? Вот аж двоих поймала. Вы уже. Знаете, будто бы это такая, ну, трудная карта, но одновременно легкая. Ага. Потому что ну... куда ни спрыгнешь, и вот, пожалуйста, человек. Ну, вообще, да, для искателя это довольно легкая, я считаю, карта. Вот я, кстати, любила вот сюда телепортироваться. Давайте-ка посмотрим, кто-нибудь там есть. И вот, мама, вот как-то так. Пока что нету. Вообще, не знаю, поможет тебе это или нет, но рядом со мной только 5 человек. Что? 4. Серьезно? Так, ну я думаю, что, возможно, кто-то вот там вот наверху. Я знаю, что туда часто прячутся. Так, секундочку. Опа! Я кого-то вижу! Вот двое? Это да. А, нормально. Пойманы оказались. Так, кто-то, кажется... Ой, куда-то где-то прыгает, я слышала. Возможно, это мой сосед-искатель, так сказать. Твой сосед-искатель будто бы еще пока никого не нашел, и вон там вот, в общем, в носу корабля находится. Так, давайте-ка проверим теперь вот тут вот. Тут нет телепорта, правильно? А вот тут вот никого тоже... Блин, каждый раз не могу найти Йоши. Непонятно почему, кстати. А что ты смеешься? Попробую найдешь, использовать. Перестану. Опа, смеяться. Раз, два. Ой. Что там, подарочные, да? Подарочные. И вот еще подарочные. Вы что? А ты что, не будешь убегать, что ли? Нет, так нечестно. Все, лови. Ну, ладно. Блин, Йоши реально не могу найти. Это что такое? Кстати, куда забавно, он там забрался? Потому что я собиралась прятаться там, где... А, или ты не там? А, ты... Хорошо. Ого. Я еще не видела такого места для пряток. А я еще не видела Йоши на этой карте. В этой игре, я бы даже сказал. Нет, в этой игре я тебя видела. Но и на прошлой карте тоже не видела. Но вообще я за тобой следила, когда была не искателем. Так, ну я вот где-то вот здесь еще только не была. Но мне кажется, что уже... Может, ты вот тут, вот в этом ящике. Парень поймал одну девчонку, осталось два человека. 5 секунд. Что? Эх.
Это вообще никак невозможно. Ты хоть рядом был где-то? Если что, да. Я живу в том комоде, где ты заходила в кабинку. Серьезно? В уборной, в общем. Да. А я искала. Только он был за мелками. Понятно. Ой, смотрите, тут еще одна такая же малышка в такой же одежде, как и я. Но мы уже не будем продолжать, потому что достаточно сегодня напрятались, и особенно я наискалась. Так что на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!